Друзья, мы вас приветствуем сегодня в поселке Витязево. Это проспект Южный. Смотрите, сколько машин тут появляется. Горит свет и все потихонечку запускается. У нас стало очень много молодежи. Мы с Южного кольца с вами сейчас будем двигаться на параллели и посмотрим вообще, что работает, какая там есть движуха. С детками, родители. У нас, кстати, сегодня очень тепло. Сейчас градусов где-то 25. Очень хорошая погода. Это очень радует нас. 1.06.2022. Тоже потихонечку запускаются торговые точки, работает тир, работают магазинчики, фудкорты, продуктовые магазины. Интересует, конечно же, парк аттракционов, что там. Спасибо большое. Мы привыкли обычно мы девушек катаем, как-то так происходит. Не, так не нравится нам. Так, пивасик, день добрый. Ребята, частично запустился парк аттракционов, некоторые уже работают. Добрый день. И это на самом деле прям очень хорошо, то, что есть работающие кассы. Сейчас посмотрим по ценам. Ну, по-моему, тут прошлогодний ценник остался. То есть в Витязе уже появляется даже ночная жизнь и для деток. И посмотрите, сколько их тут как бы насобиралось. Классно же. Здесь у нас работают батуты. Можно прийти попрыгать. Аэрохоккей функционирует. Так что, друзья, и вот туда, видите, батутный комплекс. И смотрите, сколько детей у нас тут насобирало для этих аттракционов. То есть все играют, развлекаются. Круто. По Южному проспекту смотрим шашлычок. Ценники, что почем. Работает еще один тир. Детская комната. Можно посмотреть по ценам, что стоит здесь. Дальше идет. О, здесь, кстати, работает промокод 10% скидка. Они тут рыбку продают, вкусняшки всякие разные. Приходите, говорите, это Заровская, вам скинут на все. 10%. Слышно, что колесо не крутится, бабло не мутится. Самый тут большой обзорный, но подкрывалось огромное количество торговых точек тоже на проспекте Южном. Это хорошо. Суши, по-моему, открылось, да? Японско-китайская кухонька. Можно посидеть вот так вот на улице, что и делают ребята. И кафе Грека неизменно переполнено. То есть тут большие очереди стоят, и ребята хотят что-нибудь прикупить, покушать. Ну, это хорошо. Полиция вернулась сюда же, типа вписалась, короче, рядом с параллелью, перекрывая также вид. Ну и параллель, здравствуй, друзья. Рады видеть вас и приветствовать. В прошлый раз мы, короче, кушали вот здесь шаурма. Очень вкусно, понравилось, как было питательно. Так что будете здесь или если вдруг вы уже здесь чем-то питались, обязательно пишите. Ребят, благодарим. Было прям очень вкусно. Византия, парк Вакашин открылся. Здравствуйте. Ребята, какую красоту. Все-таки уже доделают и постепенно скоро-скоро запустят. Византия кафе и куча отдыхающих. Прям вот это не может не радовать, когда ты идешь, а люди довольны, из параллели выходят. Прям счастье. Красота. Столовые уже позакрывались, потому что мы идем поздно. Но это, как говорится, мелочи жизни. О, с правой стороны очень хороший знакомый готовится открыть. Он такой большой магазинчик. И потихонечку завозят товары. Юрец! Юрец! Мы подготовлены. Чё-то ничего пока не видно. Что ты тут готовишь? Друзья, что здесь работает? Вальма винодельня, столовая, бистро Бриз, магазин Руно, Кисмет, караоке. С какой-то бутылкой на входе стоит здесь. И посмотрите, сколько людей тусит на параллели. Это прям, ну, очень радует. По-другому, я думаю, не сказать, что мы приходим, а здесь жизнь есть. Отовсюду уже доносится прям очень сильно аромат шашлычка. Фрегат кафе работает, друзья. О, мне было интересно, что тут за бар с левой стороны открыли. Сейчас пойдем смотреть. Здесь вечно сидит молодежь, пьет бутылочки всякие разные и не ходит в кафе. Бюджетно отдыхает, так сказать. С левой стороны продается вам, пожалуйста, ребятки, куча всякой кучнятины. Босмороз, и работает магазин «Фасоль». Тоже очень хорошее место. И справа можем посмотреть море-бар. Я так и не могу понять, ребята открылись или еще только пытаются. Нет, еще пока у них ничего не работает. Самое интересное для меня, что кафе «Причал» еще не открылось. Прям интересно. И с правой стороны у нас Роман блинчики свои продает. И детский хороший клуб должен работать. Это у ребят действуют скидки.
То есть по 100 рублей любой кофе можно брать, маленький, большой. И ценники на все остальное остались у них прошлогодние. То есть креп-блины у Романа можно покушать прям вкусненькие. Ну, прям радует, конечно, количество людей. Это очень хорошо, что Парлье жива. Мы этого ждали, но хотим еще больше. И, друзья, сколько тусит народу. И кафе Ван с правой стороны переделали. То есть теперь у них по-другому все выглядит. Музычка качает, людей все равно, по-моему, больше, больше, больше. Шикарно. И, по-моему, молодежь теперь здесь врывается. Посмотреть не поверишь, да, что очередь стоит на тир, пострелять. Вот так вот косят люди бабло. Вот так везде все отдыхают, сидят, гуляют. Ну, прям, ну, классно, слушайте. Вроде бы у нас уже 10 вечера, и там молодежь должна спать идти. А народ все-таки к нам приехал. А чем хорошо, видите, то, что место встречи Паралия, вечернее время, и все тут насобирались. Друзья, посмотрите, Паралия, по-моему, просто наполнена сверх большим количеством людей. Кафе встречи играет музычка в ту сторону. В общем, везде у нас гуляют люди. Это прям, ну, очень хорошо, приятно смотреть и показывать именно такую Паралию живую, классную и призывающую вас всех приехать. И что вот этот Green Bar, очень хорошее заведение, прикольно здесь посидеть. И они тут проводят очень много времени. Смотрите, сколько молодежи, откуда столько их приехало? Прям не могу понять, везде, куда не посмотришь, молодежь, молодежь, молодежь. И в основном одни девчонки. Вон, один пацан, три девчонки. Вот как так-то? Блин, вообще, что происходит здесь? И Green Bar, друзья мои. И, друзья, смотрим, там сколько людей. Здесь шашлычок жарят. Орион качает и приглашает. Здрасте. Кафе Орион, поселок Витязева. Обязательно заходите в кафе Орион. Кто смотрит это видео, привет от Ориона. Серебряная, в ту сторону, ну пока мало здесь людей. В Орион уже даже танцуют люди, не то что сидят, а танцуют. Посмотрим, как китайку раскачали в прошлый раз. Смотрим, есть врыв в Орионе, друзья, причем здесь люди и на улице танцуют, не только внутри, то есть движуха идет, и отдыхающие наши прям очень выделяются. Пойдем посмотрим, что там внутри. Есть контакт, движуха идет. Ну, по-моему, еще ребята не раскачались, то есть должно быть более активно, более веселее, но танцы идут. Это прям хорошая песня наша. Вот выглядит новая китайка, ребятки. Пока еще не работает, и тут рядышком люди сидят, отдыхают на скамеечках без света. Пройдемся до конца Паралии, посмотрим, что там еще интересного. Можете увидеть, почем будет пиво в этом году. Вот в этом точке с рыбкой уже готово, где жарили разные вкусняшки. И слушайте, там впереди прям народу так неплохо тоже двигается, обратите внимание. Друзья, рыбку мы проходим, как-то раз мы ценники здесь сняли, многие написали, что дороговато. Ну, я думаю, что обить тут торговое место, надо рыбку, наверное, раз 5 дороже продавать. Поэтому наезжать не будем, каждый, как говорится, выживает как может. О, пилинг ночной для рыбок. То есть, слушай, а в начале сезона рыбки-то голодные, можно засунуть ногу, они тебя сожрут целиком. Здесь ребята фрукты и овощи продают. У них, кстати, на их точке возле моего дома брали клубничку, недавно было вкусно. И двигаемся дальше, друзья мои. Смотрите, сколько там народ просто нескончаемым потоком двигается и двигается, двигается и двигается. С левой стороны поставили вот такие вот красивые светящиеся машинки для покатушек. Запускается еще один шашлык здесь. Ну, прям вообще все оживает. Друзья, обратите внимание, чуть дальше отходим. Здесь, как всегда, более пустынно в это время. Хотя в летний период, когда днем тут прогуливаешься, здесь людей как раз-таки гораздо больше. Но почему-то дальше китайки доходят не все. Так, смотрим, здесь шашлычок поджаривают потихонечку. Ребята, разнообразные виды. Это кафе, как море, по-моему, называется. Ремонт, говорят, у них очень красивое зеркало есть. И танцы-обжиманцы. В общем, качают потихонечку.